Когда в семье много детей, это радость, но счастливым родителям приходится нелегко в деле воспитания. На помощь многодетным приходит государство. Семьи получают разную помощь. О том, какие меры социальной поддержки оказывают многодетным в Щелковском районе, на заседании Совета депутатов рассказал заместитель руководителя администрации Юрий Родионов. Это и бесплатные спортивные секции для детей, организация горячего питания в школах, компенсация стоимости школьной формы и путевок в оздоровительные учреждения, материнский капитал и ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего ребенка. Большим подспорьем многодетным семьям также стали выделенные земельные участки. С 2011 года было предоставлено многодетным семьям в Щелковском муниципальном районе 901 земельный участок. В 2015 году предоставлено 372 участка. В первом квартале 2016 года уже предоставлено 49 участков многодетным семьям. И в настоящее время на учете для предоставления земельных участков многодетным семьям состоит 1051 человек. Еще один важный социальный вопрос, который рассмотрели депутаты – развитие системы образования района в 2015-16 учебном году. В этот период сфера образования пережила нелегкий процесс оптимизации, в основном за счет управленческого аппарата. Но высокие темпы развития сохранились. К примеру, радуют результаты единого государственного экзамена. В этом году из почти 800 выпускников 100 медалистов. Немало тех, кто набрал на экзаменах 100 баллов. В районе строятся новые учреждения образования, но при этом, по мнению депутатов, необходимо более пристальное внимание уделить развитию материально-технической базы существующих школ и садов. Нужно проанализировать и обращать больше внимания на материальное состояние и вообще техническое состояние зданий, сооружений и, возможно, в бюджете следующего года выделить больше денег на то, чтобы производить ремонтные работы. Также одним из вопросов совета стала информация о праздновании Дня Щелковского муниципального района. В целях рационального использования финансов его решено перенести и провести совместно с Днем города. Празднование Дня города и района состоится 10 сентября. Наталья Медведева, Александр Оржевский, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».